Значит, я решила почистить дверцу микроволновки. Это ее первоначальный вид. Жир отваривается и собирается на щетке, частично остается на дверце, я его потом собираю тряпкой, но за раз не получается. Вот это жир. Так, ну, в общем, я прошла 3 раза вот так вот паром, вытерла тряпкой, вот что получилось. В принципе, микроволновка отмылась, вот эта дверца не так уж и сложно. Потом я попробовала отмыть фартук, и фартук отмывается гораздо хуже, может, потому что там жир застывший, но если его отпарить парогенератором, а потом счистить карточкой пластиковой, ненужный, то счищается хорошо, и потом еще разок прошла парогенератором, в общем, получилось чисто. Сейчас не знаю, тут, наверное, есть где-то фотки, я делала, как это я фотографировала. Так, вот этот фартук, вот он поближе, ну, а это уже почищенный. Это вот в процессе чистки там такие образуются катушки жира, которые не очень хорошо счищаются, размазываются тряпкой, но неплохо счищаются карточкой пластиковой. Вот такое оно было. Ну и, собственно говоря, тоже почищенное. Вот оно достаточно чистое получилось. Ну все. Как тут остановить?